нашла. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Тонкая копия мелкими шагами выходит. Ноги связаны, руки связаны. Понятно. Защищаемый физический биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Монта в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Монта поднимайся в комнате диагностики. Пошел, пойдем. Мы на месте. Мы приветствуем Монта, интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. На руки вытягивает, показывает и кивает. Руки и ноги связаны, да? Влад, разрежь руки и ноги, веревки эти на руках, веревки выходят, отправляются в клетку тюрьму. Готово. Я даю команду, на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Монта, под ногами 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все 7 тонких тел Монта, находит все. Бес выпрыгнул у нее. Джин, синий. Синий джин, хорошо. Арахноид. Синий дракон, рептилоид и 2 грея. Чьи-то веревки были? Беса. Читай его герцовку. 8. Хорошо. Чем объяснить твое такое насилие с этими веревками, бес? Че насилие, это сразу путал и запутал. Ну ты и ноги, и руки связал. Ты не просто путал и запутал, ты что-то там преследовал. Плаксивость. На это зашел? На плаксивость? Зашел на апатию. Вызывал плаксивость. Все пути запутывал. Сколько ты находился в ее биополе? 4 года. Считай цифру Джина над головой. 27-11. Хорошо, Джин. Слушай тебя. Сколько ты находишься в этом биополе? Почему зашел? Я недолго, я меньше всех. 1 год и 2 месяца. Хорошо. Цель твоего пребывания? Осмотреться не успел еще. Да ну перестань, за 1 год и 2 месяца ты уже осмотрелся хорошо. Ты же понимаешь, ты не первый джин, с которым мы встречаемся. Итак, как ты на нее воздействовал? Что ты ей не перекрывал? Доступ к деньгам? Или очень тяжелыми делал деньги? Заработок? Мысли делал тяжелыми, экономические. Экономически тяжелые мысли. Хорошо, как мне это представить? Тяжелые экономические мысли. Если что-то нужно купить, сразу звоночек в голове, раздражение. Расставаться с деньгами не хочется. Понятно. Вот это такая... Так ты воздействовал. Так она ощущала это воздействие, правильно? Ты да, раздражение от траты денег. Хорошо. Благодарю за этот ответ. Идем дальше. Арахноид, сколько ты находился в этой биополе? 2 года. Хорошо. Синий дракон, цифры над головой? 31-18. 31-18. Синий дракон. Слушаю тебя. Сколько ты находился? Как твои платы воздействовали на нее? Какая цель пребывания твоя в этом биополе? Слушаю. Сердечную чакру контролировал. Эмоциональные всплески и решения задач. Как долго ты был в этом биополе? 3 года. Хорошо. И рептилоид с греями. 2. Хорошо. Сколько вы находились в этом биополе? 5 месяцев. Что вы установили? Только энергию установили. Сколько процентов энергии вы забирали? Это конструкция, которая в ней находится сейчас? Да, есть в ней плата. Сколько процентов? Передает энергии в общий коллектор, который находится на потолке в доме, квартире. Мы сегодня чистим и дом, вернее квартиру. Еще раз спрашиваю, кто присутствует в квартире Монты? Все присутствуют. Все, кого мы перечислили, без джин, арахноид, синий дракон и рептилоид, да? Да. Тогда мы начинаем с реверса энергии. Я даю команду тонкой копии Монта спроецировать все энергетические сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за болезни. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Пока идет реверс, сканер просканируй. Монта, отключи эту конструкцию на частотах рептилоида и 2 греев. Выведи это все из биополя, и силами его намерения я потом это отправляю в клетку-тюрьму. Пошел процесс. Это как диск у нее. На разговорах она много теряет энергии. Горловой чакре стоит. Вышел. Отправляю в клетку-тюрьму. Выстраивает Монте канал к этому диску. 1, 2, 3. Реверсом отдаю. Все негативное, патогенное, низковибрационное. Все, что она могла получить от этого артефакта. Бес, скажи мне, есть лярвы биополя Монта? Да, горловая чакра. Понятно. Уже успела образоваться. Хочешь ее получить? Серость там пока не лярва, хочу. Хорошо. Дойдем до этого места, я дам тебе отдельную команду, когда будем все снимать. Реверс закончился. Устанавливали фильтр золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Монта забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Все, что находится на ее чистоте, мощным потоком пошло назад. Итак, Грей, вы мне не ответили, сколько вы находились в этом биополе? Мы ответили. 3 месяца стоял диск, 5 месяцев находились Грей. Хорошо. Готово. Сканер просканировал полноту души Монта на настоящий момент. 100. Все на месте. Идем дальше. Рептилоид с Греями, что-то осталось на вашей чистоте в биополе? Нет. Синий дракон, выходи, вытаскивай свои платы, отключайся полностью. Возвращайся назад. Сердечную чакру снял он. Хорошо. Арахноид, выходи. Вытаскивай всю свою паутину, иголки вытаскивай, ничего не забывай, возвращайся назад. Приступай. У него полностью голова, плечи, по спине вниз идет паутина. Чем дольше сидят, тем больше плетут. В голове есть как антенны, у нее торчат мохнатые иголки. Готово. Хорошо, Джин, твоя очередь. Выходить тебе не надо. Собирай всю свою пыль, все свои подключки вытаскивай. Ничего не забывай. Приступай. Готово. Хорошо, Бес, твоя очередь. Выходи. Снимай все свои подключки. На месте доложи мне, что ты все снял. Приступай. Он говорит, так разрезал все уже, что тут фантомы одни снимать, что ли? Конечно, да, я же убрал это все. Хорошо, разрешаю тебе забрать эти лярвы, эти затемнения, которые находятся в ее биополе. Забирай, возвращайся назад. Приступай. Снял он с корна. Хорошо. Выходит фантом этих веревок. Открывая по ним портал в галактическое ядро, и фантом уходит на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Есть. Хорошо, все убрали. Даю команду на рассинхронизацию Монта с Бесом, Джином, Арахноидом, Синим Драконом, Рептилоидом и 2 Греями, а также этим диском, их конструкцией. Пошел процесс. Готово. Включаем внутренний белый свет Монта. Этим светом она выдавливает из себя все негативные патогены низковибрационно находящиеся в ее биополе. 1, 2, 3. Свет пошел. Энергии выходит, на частотах интерферентов остаточные, все формируется перед ней в шар. Она говорит, какие они противные, особенно этот арахноид. Такую кашу в голове мне делал. О да, это они мастера, а еще они специалисты по головной боли и мигрени. Ни одна таблетка не поможет. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, шарик уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатаю, растворяю, даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Хорошо. Все убрали. Тогда мы сейчас будем делать следующее. Бес, ты хочешь получить эмоциональный фантом? Хочу. Ты мне сказала там, что... там плаксивость и так далее. Я сейчас буду зачитывать все частоты. Ты мне просто назовешь основные пару частот, из которых все вытекает. Давай. Понял? Хорошо. И еще вопрос. Ты там в квартире один или еще кто-то есть? Или черт есть? Черт есть. Черт кошку мучил? Никто никого не мучил. Ну, я ж проверю, я ж кошку спрошу. Хорошо. Я почему спрашиваю? Потому что я буду чистить еще квартиру и собирать там негатив. Мне нужен кто-то, кто покажет все порталы. Да, я здесь. Хорошо. Покажу. Выходит эмоциональный фантом Монта, проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также все низковибрационные эмоциональные энергии. Все это низковибрационное ересь, сгенерированное, проецируется на эмоциональном фантоме. Вышел фантом серый, плюшевый. Хорошо. Монта, эти энергии вы уже сами сгенерировали, здесь вам никто не мешал. Вы готовы с ними расстаться? Да, готова. Сворачиваете энергии в шар. Забираешь бес? Забирает. Отправляю бесу. Вкусной энергии. Итак, назови мне пару частот основных. А что там говорит? Там напряжение. Она говорит с напряжением. Думает, говорит. Не слышит ее. Усердие делает, чтобы говорить. Особенной ноткой говорит, убеждая. И сама плачет от этого внутри. Все понятно, вопросов больше нет. Хорошо. Опустошенная она. От этого и говорить трудно. А, вот как. Все взаимосвязано. Понятно. Хорошо. без Джин. Я открою сейчас вам портал в дом. Вы соберете все, что вы оставили в этом доме. Дальше с бесом, как договорились, я проверю и отпущу потом всех на их чистоту. Все понятно? Давай еще раз скажем. Только давай. Черта не отдавай. Не я не дам, хорошо. Все мне. Все, дам тебе, рассказывай. Пустая она внутри, радости негде искать. Не знает, где взять силы. Смысла не видит. Одно и то же каждый день. Это и ведет ее к опустошению рутина. Именно это хотел сказать, рутина. Понятно. Хорошо, все понятно. Монта это услышала, она поняла, на какие энергии заходят интерференты. И что ей нужно изменить, чтобы этого не было. О смысле жизни я говорить не буду, мы не для этого здесь. А беса Джином, сейчас я открою им отдельный портал, а Арахноиду, Синему Дракону, Рептилоиду и двум Греям открою второй портал в квартиру. И они уйдут в квартиру, точно так же соберут все, я приду и проверю скоро, и они уйдут на свою чистоту. Все понятно всем? Понятно. Открывается два портала в квартиру Монта, 1, 2, 3. В один портал уходит бес Джином. Во второй портал уходит Арахноид, Синий Дракон, Рептилоид и 2 Грея. Закрывая, печатаю, растворяю оба портала. Готово. Хорошо, поехали дальше. Клетка у нас там остались веревки и конструкция, этот диск остался, да? Да. Под диском и веревками открываю воронки в галактическое ядро, они уходят на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Поехали по частотам. Хорошо, Монта, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Честно сказать, я радостно чувствую, счастлива, без всяких причин. Чужеродного не чувствую вокруг, только свои вибрации, раздражения нет. Вот от этого и радость идет, потому что вы заполнены родными энергиями, и никто вам больше не мешает. Сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа и сразу перейдем к чистке вашей квартиры и кошки Джуны. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Монта в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Хорошо, отключаемся от объекта. Квартиру ты видела. На счет 30 тысяч перед входной дверью квартиры Монта. 1, 2, 3. Ты перед квартирой. Yes. Устанавливаю по всему периметру квартиры в одной из комнат. Пошел процесс. В зале устанавливается клетка. Арахноид, рептилоид, 2 Грея, Синий Дракон, Джин, без черта, 2 воронки. Какой черт? 4. Арахноид, ты успел все собрать? Да, он все собрал. Хорошо. Больше в этот дом не приходите, понятно, да? Понятно, он на старте. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте Арахноида 1, 2, 3. Арахноид забирает все, что принес, уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Рептилоид с Греями вы все сняли? Да, они сняли. Центральные накопители, трубы, все сняли. Хорошо. Вы больше в эту квартиру тоже не придете. Вам это понятно? Да, им ясно. Первый раз я отпускаю, второй раз наказываю. Открывается наверху два портала. 1 на чистоте рептилоида, 1 на чистоте Греев. Рептилоид уходит в свой портал. Забирает все, что принес. Грей уходит в свой портал. Закрывай, печатай, растворяй оба портала. Готово. Синий Дракон, ты все собрал? Лада была, снял, да. Хорошо, я хочу получить слово Синего Дракона, что ты больше никогда не придешь ни в это биополе, ни в эту квартиру. Даю слово Синего Дракона. Хорошо, открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте Синего Дракона. 1, 2, 3. Синий Дракон забирает все, что принес, уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяй. Он нашел, поблагодарил за полученный опыт. Хорошо, отлично. И Джин у нас остался. Джин, ты все собрал? Да, все собрал, все втянул. Хорошо. Готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте Джина 1, 2, 3. И Джин, забирая все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Хорошо, черт. Это ты кошку мучил? Джуну? Он ее в портал звал. Ты ее звал в портал? А почему ты думаешь? Сказать я хотел. Что ты хотел? Серьезно? Кошки видят порталы. Конечно, видят порталы. Хочет ли кошка уходить в портал? Темный. Что там интересно? Я хотел подружиться. И что там у тебя? Она бы уже оттуда никогда не вернулась, наверное, если бы она с тобой ушла. Нет, она зарядилась бы определенной энергией и смогла бы здесь быть. Интересно у тебя. Иди. Хорошо, черт. Ладно. Выходи давай, собирай все свои комочки, одеялки. Все, что ты оставил в этой квартире. Носочки, если на кого одел, снимай сразу. Потому что если я тебя притяну, я не буду такой дружелюбный. В детской комнате по кроватям лазит. У него там одеяло. Угу. Комки есть. И портал какой-то под лестницей. Туда он звал кошку. Такое углубление там. Я видел. Туда ее заманивал. Это место идеальное для портала, да. Потом закроем его. Пусть все собирает. Он все сделал. Хорошо, черт. Больше ты в этот дом не придешь. Тебе это понятно? Понятно. Открывается внизу портал против часовой стрелки на 4. Черта 1, 2, 3. Черт забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Бес все собрал? Да, как обещал. Хорошо, сейчас я с кошкой закончу и потом... Перейдем дальше, как по плану договорились. На 4 появляется тонкая копия кошки Джуна. 1, 2, 3. И кошечка стоит перед нами. Она мяукает, рассказывает. Привет. Да, Джуна, я слышал, тебя тут обижает, я пришел тебя защитить. Я все понимаю. Сейчас я все это уберу. Она в энергиях? В энергиях, в паутине. Включаем внутренний белый свет. Джуни 1, 2, 3. И этим внутренним белым светом Джуна выдалит из себя все негативное, патогенное, низковибрационное, находящееся в ее биополе. 1, 2, 3. Свет пошел, энергии выходит. И формируется перед ней в шар. Все, остается 100% кошачьей энергии. Вышел шар. Большой? Как небольшой мяч. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, и шар уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатаю, растворяй. Готово. И даю команду на 4 макушку головы Джуны начинает поступать необходимое количество и комфортное количество ей кошачьей энергии. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Даю еще дополнительный канал энергии кошачьей души. Пошел поток. И поднимаю частоту вибрации Джуны до комфортного ей уровня. Пошел подъем. Ее вырвало, из нее вышла какая-то еще штука, и она лапой ее подталкивает в портал. Хорошо, открываю воронку в галактическое ядро, и то, что она вырвала, уходит на переработку. Закрывая, печатывай, растворяй. Наверное, проглотила под ключ какой-то. Нет, она показывает с этого портала, из него такие, как воздушные шарики. Да. Как мыльные пузыри выходят, негативные такие энергии. Орбы, да, есть такое, да. Все, понятно. Мы это сейчас закроем все порталы. Они наполняют серостью и пустотой дом. Так и есть. Кошка все это видит. Закончили мы ее заправлять? Да, готово. Синхронизируется энергия, вибрация гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Хорошо, Джуна, как ты себя сейчас чувствуешь? Ничего тебе не мешает? Она чувствует себя хозяйкой сейчас. Вот. Она сделала свое дело. Донесла. Ты донесла это, ты предупредила. Информация. Конечно. Ты защитница этой квартиры. Ты хочешь туда передать хозяйке? Может, тебе хочется какой-то отдельный корм или что-то другое? Я могу передать. Она любит ее внимание. Она любит внимание, когда хозяйка оказывает кошечке. Хорошо, значит, тогда оказывайте хозяйка больше внимания Джуни. Она много понимает, и она хотела бы, чтобы знали, что она такой же член семьи. Она все слушает. Все и понимает. Согласна много с хозяйкой. Согласна? Да. Очень хорошо. Ну, значит, вы на одной частоте. Хорошо, Джуна. Все, что мы могли сделать, мы для тебя сделали. Порталы, я тебе обещаю, я сейчас закрою, и все у тебя будет здесь чистенько. А сейчас будем тебя возвращать назад. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию кошки Джуна в ее систему биоробот-душа. Она синхронизируется, гармонизируется на всех уровнях. Готово. Хорошо. Мы закончили без. Пошли по дому, по квартире, показывай мне, где эти порталы. Объясни мне за эти пузырьки, которые там вылетают из-под лестницы, из этого портала. Что это за пузырьки? Это так энергии ваши выглядят или что? Да. Серьезно? Которые находятся выше. Нижние они более черные, верхние они серые и наполнены пустотой и апатией. Понятно. Я просто очень часто вижу в таких видео, где люди ходят по заброшенным домам, вот такие вот на камеру снимаются. Там наверняка открыты порталы. И вот такие летают орбы, их называют, прозрачные шарики. А об этом мы говорим, да? Негативной энергии, да, с нижних. Все понятно. Хорошо, давай, пошли. Структур. Ну вот этот портал он и показывает. Под лестницей, да? Да. Открывая под ним воронку в галактической дро 1, 2, 3. И он засасывается, этот портал туда засасывается вместе с фантомом портала, частичками портала. Все улетает на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Идем дальше. Зал, где стоит клетка, а здесь угол один, там торшер или что-то там, портал. В этом углу открываю внизу воронку в галактической дро 1, 2, 3. Этот портал уходит туда вместе с фантомом и частицами портала на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Зеркало напротив двери. Спальня это или где? Это шкаф, по-моему. Ага, хорошо. Под этим зеркалом внизу открываю воронку в галактическое дро. Портал засасывается туда вместе с фантомом портала, частицами портала. Все на переработку в чистую первичную энергию носится. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо. Вытяжка на кухне волнуется. Под вытяжкой открываю воронку в галактическое ядро. Портал засасывается туда вместе с фантомом портала и частицами портала. Все на переработку в чистую первичную энергию уходит. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово, все. Ванная. Нет, стой, еще есть ванной угол. Ну, я же говорю. Как заходишь в правый угол. В этом углу внизу открою воронку в галактической ядро 1, 2, 3. Засасывается этот портал, фантом портала, частицы портала. Все на переработку в чистую первичную энергию уносится. Закрываю, печатаю, растворяю. Хорошо. Больше нет? Больше нет. Бес хотел оставить себе портал открытый. Бес. Я знал, что там есть портал. Ты не просто так здесь ходишь, а я слепой или Вера не видит. Ты хочешь, чтобы мы перестали с тобой мило общаться? Все равно зайти не смогу. Это верно. Закрываю же. Хорошо. Возвращаемся все к клетке. Я даю команду на 4. В другой шар идет низкая вибрационная эмоциональная энергия, эмоции, мысли и чувств. Ну, в эмоциях и чувствах там вот эти шары тоже туда идут. Ну, видать, сильный портал там был под лестницей. Пустотные. Ага. Готовы шарики. Космические поменьше. Под космическим воронку открываю в галактическое ядро, он уходит на переработку, закрываю, печатаю, растворяю. Хорошо, бес. Отправляю бесу шар. Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте беса. 1, 2, 3. И бес забирает все, что принес, и уходит на свою частоту. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Клетка пустая? 2 воронки в ней. Пустая. Хорошо, открываю воронку в галактическое ядро. Под этой клеткой клетка вместе с этими воронками уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо. И я даю команду. Готово. Хорошо, мы закончили. Отключайся от квартиры и поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем.